Полигон Дубровичи в Рязанском районе практически готов к принятию армейских игр 2015. Напомним, что в рамках игр, которые пройдут с 28 июля по 13 августа, намечены соревнования среди летчиков, а также команд десантников. Летчики будут состязаться в точности стрельбы из ракетных установок и авиационных пушек по наземным целям. Участники продемонстрируют навыки профессиональной подготовки по ведению боевых действий в различной обстановке. Конкурс также предполагает и показательные выступления летчиков. Но помимо этого пройдет конкурс десантников – десантный взвод. Открытие планируется на 3 августа. По утвержденной программе планируется конкурс провести 4 этапа. На первом этапе в составе взвода произойдет десантирование, затем марш-бросок с преодолением полосы препятствий. На втором этапе пройдут соревнования среди экипажей боевых машин, индивидуальная гонка. На третьем этапе – гонка преследования и на четвертом этапе – эстафета. Всего на соревнованиях будут выступать 6 команд десантников, 5 из боевых парашютно-десантных подразделений, а также команда курсантов РВВДКУ. Сейчас на полигоне в Дубровичах солдаты проводят интенсивные тренировки. Подготовка идет на высшем уровне, создано расписание. Каждый день выделяется определенный этап, как бы, например, сегодня у нас марш-бросок был с преодолением полосы препятствий. После этого сейчас будем отрабатывать изготовку к бою. Вот завтра, я так думаю, что, наверное, будет вождение, но еще не довели, вечером нам доведут командиры. Вот. Думаю, что вождение вот так каждый день. Каждый день планируются тренировки. Вот. Один день марш-бросок, другой день стрельбы, третий день вождение на БМД-2. Трассу, да, прошли сначала пешком, посмотрели все препятствия. Потом проехались на боевой машине десанта. Армейские игры на полигоне под Дубровичами станут интересными и для зрителей. Сейчас завершается оборудование трибун на 4500 мест и продолжается монтаж телеэкранов перед трибунами. И что немаловажно, будет организован подвоз жителей областного центра до Дубровичского полигона.